Здравствуйте, зрители канала «Заметки нумизмата». Продолжаем наши выпуски. И сегодня еще раз поговорим о каких-то формах хранения коллекции. Очень много задают вопросов после наших выпусков, связанных с слабированием монет. Как мы сами относимся к слабированию, в каком виде храним свои монеты. Я не могу сказать за всех участников, снимающихся на канале, я могу лишь высказать свои мнения, точку зрения и обосновать. И вот скажу вам, что в моей коллекции монеты хранятся в основном без слабов. Ну, мне так удобнее их использовать, осматривать, вам показывать или показывать другим заинтересованным людям, кто хочет взглянуть на монету, может быть, потрогать ее своими руками, тем более, что в коллекции есть достаточно редкие экземпляры, которые, ну, действительно требуют постоянного обращения к ним, постоянного изучения, и каждый понимающий значение того или другого фактора человек желает монету посмотреть, потрогать, буквально что-то пощупать. К тому же, очень часто в своей коллекции я оставляю монеты, которые на первый взгляд могут оказаться, ну, не самыми, может быть, лучшими. Грейдовая монета, то есть монета в высоком качестве, с хорошей прочеканкой деталей, в шикарном блеске, которая буквально просится, чтобы ее заслабировали, так как, получая высокую оценку качества, она приобретает дополнительную стоимость. Но действительно, вы при этом имеете и отражение качества, как здесь вот в данном случае на монете указано, там, MS-62. Можете сделать к монете сертификат заказать, где будут указаны также основные параметры. При желании можете оплатить анализ металла, который тоже будет фактически дополнительным паспортным определением вашей монеты. Наконец, фотография монеты. Вы всегда можете сравнить саму монету в слабе, ее изображение, фотографию в сертификате. И, наконец, на сайте компании тройная защита. Такую монету не подделаешь, не подменишь. К тому же ее разновид полностью определен и указан в данном случае и на сертификате, и на слабе. Разновидности своих монет я хорошо знаю, мне такие записи не нужны, поэтому могу обходиться без точного определения на монете написанной. К тому же, вот в данном случае я демонстрирую вам монету из своей коллекции 10 рублей 1900 года с так называемым поздним портретом. Монета великолепна, она мне очень нравится. С хорошим блеском, с шикарной прочеканкой деталей. Ну просто монета красавица. Но есть еще недостаток. Удар по канту. Небольшой, но заметный, хорошо видимый. С таким кантом монета, конечно, какой-то высокий грейд не получит. Но эстетически она мне нравится намного больше других схожих с ней монет, которые, может, и получат высокую цифру грейда, но не будут так радовать меня. Я уже не говорю про историю появления у меня этой монеты, так как, ну, почти каждая монета, которая нашла место в моей коллекции, имела какую-то предысторию и была мне цена не только как нумизматический экземпляр, но и как определенная память или история. И такую монету, конечно, нет смысла слабировать. Но из своей коллекции я также ее не отдам. Именно в таком виде я буду ее оставлять у себя. Бывают исключения. Некоторые монеты в чрезвычайно высоком качестве, попавшие в мои руки, и их состояние, качество или редкость хочется подтвердить дополнительно определенными указаниями. В этом случае, конечно же, я обращаюсь в грейдинговые компании для того, чтобы зафиксировать показатели монеты на слабе и на сертификате, если это говорится, например, о компании ННР, Национальный нумизматический реестр, который делает по вашему желанию к монетам такие сертификаты. В каком виде вам хранить свои монеты, только вам решать. Но еще раз скажу важное.
Если вы хотите для себя зафиксировать, какая именно разновидность, какой вариант монеты у вас есть, чтобы не путать их в своей коллекции, чтобы в конце концов подтвердить для себя наличие того или иного разновида и понять, что вам еще нужно искать для коллекции, особенно если в данном случае речь идет о разновидностях золотых монет, которые отличаются небольшими деталями портрета. И иногда без луп увеличения их даже сложно отличить друг от друга. То, конечно, если у вас есть слаб или сертификат, на котором указаны все характеристики монеты, в таком виде вам ее хранить удобнее, ну и безопаснее, конечно. Вот в данном случае на слабе указано, что эта монета имеет грейд MS-62. Это 5 рублей 1899 года с буквами ЭБ. Уже не самая простая монета. Далее указан точный ее длинный номер с указанием портрета. Ну, для 99 года есть несколько характерных портретов. В данном случае это четвертый портрет, он же вариант «Большая голова». Итак, когда эти данные указаны, вы точно знаете, что у вас есть монета 5 рублей 1899 года с буквами «Б», с портретом «Большая голова». А заметьте, в некоторых годах, 1897-98, могут быть даже несколько вариантов портретов, называемых «Большая голова». Все эти данные у вас указаны на слабе. Перепутать эту монету уже нельзя. Ее грейд определен, он для этой монеты достаточно высокий. К тому же характеристики дополнительно занесены на сертификат, так же как и результат анализа металла, который делается за дополнительные деньги, но тоже может являться индивидуальным признаком монеты. Вот об этом признаке мы с вами еще позже поговорим. А пока желаю вам интересных приобретений и, пожалуйста, ждем ваши вопросы на нашем канале или в обсуждении роликов. На вопросы будем стараться отвечать, в том числе и по поводу того, как монеты лучше хранить. Подписывайтесь на наш канал. До следующих встреч.